16 години на стартап-шоу запускаємо Лайка, містер Сані і наші гості. А саме Лера Бородіна, яка буде розповідати сьогодні багато цікавого, а також нам дасть поради, як дівчатам відкривати вдалі дівчачі стартапи. Валерія Бородіна – засновниця відомого сервісу OhMyLook. А віднедавна ще й нового проєкту «Фоторум». Послуга передбачає повноцінну фотосесію з професійним фотографом у трьох різних образах, плюс зачіска та макіяж. Все в одному флаконі за фіксованою ціною. Лерочка, ще раз доброго дня. Ще раз. Почему закрылся OhMyLook Wedding? Опять-таки, я сделала небольшой экскурс. Мы полтора года назад стартанули OhMyLook, сервис аренды коктейльных вечерних платьев. И спустя месяца 8 после запуска, в прошлом феврале, мы запустили OhMyLook Wedding. Это аренда свадебных, брендовых, очень красивых платьев. Мы прожили 9 месяцев, прожили их очень хорошо. То есть я довольна OhMyLook Wedding, это было очень красиво, совершенно другая эстетика. То есть если вечерние коктейльные платья – это постоянная тусовка, это какой-то, это очень динамичный такой процесс, то OhMyLook Wedding – это были индивидуальные примерки, очень милые, очень красивые. Ну, то есть это действительно вот другая атмосфера. Но стартапы, они на то и стартапы. А для меня абсолютно очевидным стало то, что свое личное время, время своей команды мы хотим потратить на то, чтобы активно, хорошо, качественно, эффективно развивать основное направление. Поэтому мы приняли решение вейдинг в таком виде, в каком он есть, сейчас закрыть, и перевели его в новое направление, это называется OhMyLook White, это белые платья. Много белых красивых платьев, которые не вот такие вот классические. Не обязательно на свадьбу. Абсолютно верно. То есть это более простые, лаконичные, свободных силуэтов белые платья, которые ты можешь надеть на как использовать вторым платьем на свадьбе, ты можешь надеть его в ЗАГС, потому что там, если ты идешь, очень многие же не делают церемонии вот прям таких огромных. Вот. Но тебе хочется в каком-то красивом платье появиться в ЗАГСе, и для этого есть, ну, для этого есть OhMyLook White. Помимо сарафанного радио, да, какими еще моментами рекламы ты пользуешься? Мы работаем в сфере обслуживания, это сервис. Поэтому, если говорить о рекламе в бизнеса, который напрямую связан с сервисом, я бы всем очень советовала не тратить много денег на прямую рекламу, а тратить его на улучшение собственного сервиса. Потому что да, как бы, ну, это написано во всех книгах, которые глупо не читать, если ты занимаешься собственным бизнесом. И это проверено мною лично вот уже на протяжении 2 лет. И как бы сколько бы ты ни тратил ресурса, денег на борды, рекламу на радио или рекламу в журналах, если ты некачественно делаешь свой сервис, а тем более там не пытаешься достигнуть именно какого-то вау-эффекта, то по большому счету ты будешь получать все время новых клиентов, но они будут оставаться новыми, не будут перерастать постоянно. Хорошо, тогда прямой вопрос. Сколько клиентов к тебе пришло после твоей публикации в Фейсбуке? Какой? Вот касательно нового проекта. Про Фоторум. Да. Количество не скажу. Я знаю, что у нас там есть список людей, записанных на фотодни, но не могу сказать, что это прям вот так вот раз, и к нам записалось 1500 человек. Нет, это такая планомерная, длительная работа. Тебе нужно много, часто об этом говорить. Однозначно у нас большая аудитория, однозначно какой-то отклик есть, но это, ну, не бывает никогда, и не стоит этого ждать, когда ты вдруг сказал, и вдруг оно вот так вот по велению, значит, волшебной палочки получилось. Присутствуешь ли ты сама лично на фотосессиях? На фотосессиях? Я стараюсь там бывать, но я никогда не напрягаю своим присутствием ни своих сотрудников. Я им доверяю, и они иногда, очень часто, кстати, бывает такое, что я уезжаю куда-то там на переговоры или на какие-то встречи в другие города или страны, и у нас все происходит гораздо лучше, всегда идет, чем когда я есть в Киеве, меня это немножко напрягает. А у людей бывает в выходные, а больше щодня? Нет, не бывает. Есть несколько людей, стартапов украинских, которые ты также консультировала. Keybox, Wonderbox, они были в нашей студии. И эти два человека были в нашей студии, да. Класс, спасибо. Как ты находишь время и действительно ли, может, ты получаешь деньги за подобные консультации? Я не могу сказать, что... зарабатываете на тему? Хорошо, просто спасибо. Я не могу сказать, что я ментор этих, то есть Keybox, Юля, знаю давно. Я просто написала пост с идей. Да. Мне написала Юля, сказала, можно ли вот эту твою идею немножечко переделать и сделать такое-то. Я говорю, да без проблем. И это, собственно, было все мою часть. Не было у нас никаких консультаций, это была переписка. Wonderbox, Таня прекрасная. И опять-таки, это была какая-то двухчасовая встреча. Это не было... Ну, то видимо, есть это Таня... было запланировано? Ты знала, что ты идешь? Нет, конечно. Человеку... Мы просто общались, и, видимо, что-то вдохновило ее с моей встречи. Нет, но меня очень часто приглашают на конференции, на какие-то
мастер-классы, я отказываю 99% случаев из 100, просто потому что я внутренне для себя еще не готова к этому. И как бы я не могу, то есть я могу прийти рассказать свой опыт, какие были проблемы, как мы с ними справлялись, но я считаю, что этого недостаточно. И для того, чтобы учить кого-то, помогать кому-то, тебе нужно поработать в этом направлении. И я вижу свою миссию в аналитики всего, что мы делаем, приведение это на какие-то конкретные там примеры и какие-то советы, исключительно как вот ментор, да, скорее для там новых каких-то бизнесов, которые нацелены на женскую аудиторию. Самое на цьому хочемо зробити, ні, навіть не крапку поставити. Да ні, троєточе, такое жирное и очень интересное. Спасибо тебе большое, желаем удачи. И дальше продвигаемся также в сфере интересных новых технологий и роботы, которые помогают искать товар в магазинах. Как портировать смартфон або ж айфончик звичайний на безконтактный незвичайний термометр? В каком возрасте Морган Фриман достиг успеха и получил свой первый Оскар? И Лайка будет задавать питання, а вы легко отвечаете, забираете наши подарунки из студии. 60 хвилин, мы снова на зв'язку.